14 палестинских фракций, в том числе Хамас и Фатх, подписали Пекинскую декларацию по примирению. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайский телеканал CCTV. Решение приняли по итогам трехдневных встреч в Пекине. Переговоры прошли при участии министра иностранных дел КНР Вана И, заместителя председателя Центрального комитета Фатх Махмуда Аль-Аул, а также представителя политбюро Хамас Мусы Абу Марзука. Стороны обязались создать временное правительство национального единства, которое будет управлять и сектором Газа, и западным берегом после завершения ближневосточного конфликта.